предварительное голосование состоится 28 мая. За месяц до предварительного голосования прием заявок заканчивается. Значит, до 28 апреля включительно мы будем принимать предложения от наших жителей участвовать в качестве кандидатов в предварительном голосовании. В прошлом году в Государственную Думу впервые в Удмуртской Республике по этой системе проводили отбор кандидатов. Было 11 человек по одномандатному округу, по удмуртскому, 10 по партийному, по удмуртскому, и также по Ижевскому округу тоже по 10 кандидатов. Думаем, что конкурс в этом году будет не меньше 5-10 человек на одно место. Поэтому надеемся, если кто сегодня готов защищать интересы нашей республики, жителей нашей республики, готов предложить новые интересные проекты, готовы принять заявки участия в предварительном голосовании.